прошу тебя вежливо собрать свои вещи, потому что ты знаешь мои... свое решение. Ты идешь на принцип сейчас, просто ты ведешь себя как гнида сейчас. Нет, ты в туалете не будешь постоянно сидеть там. Ты тупо за комфорт. Ты тупо за комфорт, ты не будешь жреть свои вещи. Сейчас, а ты что будешь? Сейчас, что будешь? Что будет? Увидишь, что, что будет? Попробуй. Ударишь? Что? Ударишь? Попробуй. Ударишь? Грей, пожалуйста, свои вещи. Нет, сюда. Нет. С утра до вечера ты так. Это моя комната. Это моя комната. Это моя комната. Нет, это моя комната. Понятно тебе? Ты сейчас выглядишь глупо. Это выглядишь ты глупо, потому что ты мужчина. И ты просто тупо хочешь меня выгнать в женскую. Нет. Отошла. Ты просто ведешь себя как баба. Ты не мужчина. Ты доказываешь в очередной раз, какая ты баба. Мне просто стыдно, что я с тобой была, что я тебе доверилась. Мне просто искренне стыдно. Стыдно вообще мне не интересно. Да мне и просто мерзко, что я с тобой была. Хорошо, мы пройдем тогда, убери вещи. Нет, ты меня настроила, все чувства уже убила. Тебе знаешь, что есть хорошее? Нет, ничего хорошего. Только красота. Нет, то она уже, знаешь, а у тебя даже красоты нет. Отношениям уже. А у тебя даже красоты ты нет. Ты меня же такой красивый. Хорошо. Даже, чего ты добиваешься таким поведением? Ты реально как ребенок. Я чего добиваюсь? Я добиваюсь того, чтобы ты взял свои манатки, и чтобы ты ушел.